Соник хурма. Соник Филомена, к чему снится хурма во сне по Сонику? Сон о хурме намекает, что ваш внешний вид не всегда соответствует внутреннему миру. Картина, увиденная в грезах, предвещает возникновение желания изменить внешность, сделать ее лучше. Подобное действие поможет добиться успеха, повысить репутацию и приобрести популярность. К чему снится есть хурму? Приснилось, что вы начали есть хурму и почувствовали неприятный вкус. Сновидение является отражением желания поменять место работы на новое или получить другую, более статусную должность. Фрукт оставил приятное послевкусие. Удастся справиться с проблемами, получить повышение, премию. Движение вверх в карьере будет стремительным. Покупать хурму во сне, к чему снится, что вы покупаете хурму? Сновидение намекает на возникновение серьезных чувств по отношению к давно знакомому человеку. Раньше вас связывала только дружба. Высока вероятность, что вам сразу же ответят взаимностью. Проявите решительность, чтобы добиться изменений в личных отношениях в лучшую сторону. Собирать хурму по сонику значение сна, где приходится собирать хурму, предвещает перемены в интимной сфере. Высока вероятность возникновения любовных приключений. Чем ближе контакт с фруктом был в грезах, тем более серьезными будут отношения. Рекомендуется присмотреться к окружающей обстановке. Высока вероятность появления проблем, неприятностей в случае свершения необдуманных поступков. Хурма снится на дереве, хурма приснилась на дереве. Сочный, большой фрукт намекает на возможность преодоления многочисленных препятствий. Проблемы начнут исчезать, что поможет добиться поставленных целей, справиться с задачами. Начните верить в себя, чтобы заполучить желаемые результаты. Сон о хурме в руках, во сне в руках была хурма. Сюжет сновидения предвещает изменения в личных отношениях. Любовные приключения увлекут вас непредсказуемостью, новыми эмоциями и ощущениями. Картина, увиденная в грезах, служит символом испытываемого вожделения. Будьте осторожны, старайтесь не допускать глупостей. Снится много хурмы. Если приснилось много хурмы, при этом фрукты вы вырастили самостоятельно, требует более доверчиво относиться к мнению других людей. Сюжет свидетельствует, что вы не чувствуете должного уважения по отношению к людям, занимающим более высокое положение в обществе. Сновидение предупреждает, что вряд ли получится добиться успеха, рассчитывая только на себя. Приснилась сушеная хурма, к чему снится сушеная хурма? Личные отношения не принесут долгожданной радости, приятных эмоций. Попытки сближения с приятным вам человеком потерпят полный крах. В подобной ситуации остается только улыбаться предметом обожания издалека. Попробуйте найти новые увлечения, интересные занятия. Это поможет отвлечься от неудач в личных отношениях. Снится помятая хурма. Если в сновидении фигурировала помятая хурма, зрелым людям сонник обещает огромное количество всевозможных благ. Приложите всего лишь немного усилий, чтобы добиться желаемого результата. Приснившееся также напоминает, что красота не покинула вас. В будущем появится возможность блеснуть ухоженным прекрасным видом. Отчаиваться, переживать по пустякам не рекомендуется. Видеть во сне червивую хурму. Червивая хурма, привидевшаяся во сне, намекает на возникновение многочисленных проблем, связанных с состоянием здоровья. Постарайтесь найти время посетить врача, пройти полное медицинское обследование. Возможно, негативные последствия связаны с недостатком витаминов. Старайтесь проявлять больше активности, совершать периодические прогулки на свежем воздухе. Снится нарезанная хурма. Если видели сон о нарезанной хурме, соник Филомен обещает полноценную любовную связь, если после употребления фруктовых ломтиков остались приятные ощущения. Любовь увлечет двух партнеров, наградит их искренним наслаждением. Мусульманский соник, соник Оракула 1. Читать далее. Стрелка направо. Тема сна. Фрукты. Видео. К чему снится хурма? Что вы делали с хурмой во сне? К чему снится есть хурму? Приснилось, что вы начали есть хурму и почувствовали неприятный вкус. Сновидение является отражением желания поменять место работы на новое или получить другую, более статусную должность. Фрукт оставил приятное послевкусие. Удастся справиться с проблемами, получить повышение, премию. Движение вверх в карьере будет стремительным. Покупать хурму во сне, к чему снится, что вы покупаете хурму? Сновидение намекает на возникновение серьезных чувств по отношению к давно знакомому человеку. Раньше вас связывала только дружба. Высока вероятность, что вам сразу же ответят взаимностью.
Проявите решительность, чтобы добиться изменений в личных отношениях в лучшую сторону. Собирать хурму по сонику значение сна, где приходится собирать хурму, предвещает перемены в интимной сфере. Высока вероятность возникновения любовных приключений. Чем ближе контакт с фруктом был в грезах, тем более серьезными будут отношения. Рекомендуется присмотреться к окружающей обстановке. Высока вероятность появления проблем, неприятностей в случае свершения необдуманных поступков. Где вы видели хурму во сне? Хурма снится на дереве, хурма приснилась на дереве. Сочный, большой фрукт намекает на возможность преодоления многочисленных препятствий. Проблемы начнут исчезать, что поможет добиться поставленных целей, справиться с задачами. Начните верить в себя, чтобы заполучить желаемые результаты. Сон о хурме в руках, во сне в руках была хурма. Сюжет сновидения предвещает изменения в личных отношениях. Любовные приключения увлекут вас непредсказуемостью, новыми эмоциями и ощущениями. Картина, увиденная в грезах, служит символом испытываемого вожделения. Будьте осторожны, старайтесь не допускать глупостей. Сколько хурмы вам приснилось? Снится много хурмы. Если приснилось много хурмы, при этом фрукты вы вырастили самостоятельно, требует более доверчиво относиться к мнению других людей. Сюжет свидетельствует, что вы не чувствуете должного уважения по отношению к людям, занимающим более высокое положение в обществе. Сновидение предупреждает, что вряд ли получится добиться успеха, рассчитывая только на себя. Какая хурма вам приснилась? Приснилась сушеная хурма. К чему снится сушеная хурма? Личные отношения не принесут долгожданной радости, приятных эмоций. Попытки сближения с приятным вам человеком потерпят полный крах. В подобной ситуации остается только улыбаться предметом обожания издалека. Попробуйте найти новые увлечения, интересные занятия. Это поможет отвлечься от неудач в личных отношениях. Снится помятая хурма. Если в сновидении фигурировала помятая хурма, зрелым людям сонник обещает огромное количество всевозможных благ. Приложите всего лишь немного усилий, чтобы добиться желаемого результата. Приснившееся также напоминает, что красота не покинула вас. В будущем появится возможность блеснуть ухоженным прекрасным видом. Отчаиваться, переживать по пустякам не рекомендуется. Видеть во сне червивую хурму. Червивая хурма, привидевшаяся во сне, намекает на возникновение многочисленных проблем, связанных с состоянием здоровья. Постарайтесь найти время посетить врача, пройти полное медицинское обследование. Возможно, негативные последствия связаны с недостатком витаминов. Старайтесь проявлять больше активности, совершать периодические прогулки на свежем воздухе. Снится нарезанная хурма. Если видели сон о нарезанной хурме, сонник Филомен обещает полноценную любовную связь, если после употребления фруктовых ломтиков остались приятные ощущения. Любовь увлечет двух партнеров, наградит их искренним наслаждением.